Господин Джем, здравствуйте. Я хочу попросить у вас отпустить ослы немного пораньше. Надеюсь, проблем нет? Хорошо, спасибо. Я договорился с господином Джемом. Тебя отпустят пораньше. Спасибо. Вулкан, начнем? Можно, давай начинаем. Я сейчас просто лопну от любопытства, от кого эти цветы? Ты лопнешь или я? Мне тоже очень интересно. Может быть, их отправил барыш? Думаешь, такое возможно? Я уверена. Ты думаешь? Пусть это будет он. Сегодняшний день очень важен для меня. И для ослы с моим братом тоже важен. Но почему он важен для него? Ему выпадет шанс помириться с ослы. Я сделаю все, чтобы помочь им в этом. Ослы сегодня вечером должна выглядеть безупречно, чтобы вновь покорить его сердце. Осла сама по себе красивая? Ну, конечно. Но я хочу, чтобы она была немного другой. Немного красивее и впечатляющая, как принцесса. Хорошо, но что ты собираешься делать? Позвонишь ей и скажешь, давай сделаем тебя покрасивее? Нет, конечно, такого я не скажу. Но, кажется, я поняла, как это сделать. Слушаю. Ослы, как дела? Хорошо, у тебя как? У меня тоже. У меня есть к тебе одна просьба. Я буду очень рада, если ты не откажешь. Конечно, слушаю. Если ты не будешь занята, мы можем встретиться после работы. Джансу не может пойти со мной к парикмахеру. А я не могу решить эту проблему в одиночку. Ты можешь пойти со мной? Не обидишь меня, ведь, да? Хорошо, но сейчас я немного занята. Я тебе позже позвоню, хорошо? Ладно, хорошо. Тогда созвонимся. Я сделаю из нее самую красивую девушку в мире. Ты просто чудо. Но это значит, что я не пойду с тобой к парикмахеру. Прости, об этом я не подумала. Ладно, самое главное – это для благого дела. Да, для благого. Kuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Of, словно это было вчера.
И как же тянется время, а? Будь она здесь, я бы давно уже закончил. Ладно. Я в ней не нуждаюсь. Вот так. Слушаю. Любимый, что ты делаешь? Ничего, я в клубе. Ну, и когда мы встретимся, давай чем-нибудь займемся. Мне скучно. Мне тоже скучно, Чагла, но, к сожалению, я работаю. Бурак, ты серьезно начал работать? Да, Чагла, и ты сама прекрасно это знаешь. Отец настоял, теперь еще и маме надо помочь. Я переехала в Стамбул, чтобы чаще видеть тебя. А ты начал работать. Чагла, ну что я могу поделать? Знаешь, ты прав. Но я говорю это все потому, что очень скучаю по тебе. На самом деле мы можем увидеться, но сперва я должен тут закончить. Если ты придешь и поможешь мне, я быстрее смогу уйти. Что это значит? Я тоже буду работать? Я готовлю презентацию. Ты подкинешь мне идеи и завершим ее вместе. Что скажешь? Ха, жизнь моя, я даже не знаю. Я бы очень хотела. Но я в этом ничего не понимаю. Ладно, милый, ты работай, а мы встретимся позже. Сегодня же вечеринка в честь дня рождения Эды. Мне надо подготовиться. Хорошо, тогда увидимся вечером. Хорошо, увидимся. Ты просто посмотри, Бурак предлагает мне работать. Тот момент, когда моя девушка не может мне помочь. А мне нравится другая. Алло? Все готово. Фотографии у меня. Ты их взяла? Ты просто супер, Тукче. Пришли мне их как можно скорее. Посмотрим, что на это скажет Волкан. Как мне поступить? Показать сразу или потом? Может, еще увижу реакцию Денис? Или сделаю так, что она не придет на вечеринку? Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.